вечер. Всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Пусть Бог исцелит людей, за которых мы молимся. У нас на списке много, но особая молитва – это за Ребе Фишбайна Геннадия и за Одая Бат Браха. И знаете, вот святые действительно призваны к этим молитвам, потому что исцеляют не люди, исцеляет Бог. А люди... От нас зависит просто вот искреннее участие, молитва, причем молитва, иногда это да, вот становишься ты и молишься, иногда это просто ты помнишь об этом человеке, ты беспокоишься о нем, ты переживаешь вот искренне, а об этом человеке это тоже молитва, которую услышит Бог, и одно не отменяет другое, равно как и в обратную сторону, то есть оно всегда вместе. Сегодня мы будем говорить о плодах или о главном плоде верующего человека. Плод верующего человека должна быть святость. То есть, если человек верующий, но он не плодоносит, об этом же много написано, да? Сам Иешуа говорит, что плодоносящие ветки я обрезаю. Мы все не любим обрезание. Я имею в виду, когда Бог нас обрезает, я не имею в виду обрезание на восьмой день. А я имею в виду, вот когда Бог от нас отсекает то, что Ему мешает. Мы, может быть, и привыкли, и нам даже удобно с этими вещами. Но Богу нет, потому что Он не может нас использовать. Знаете, как деталь, которую выточили или заготовка есть, но она не входит в отверстие. Берут, ставят ее в токарный станок, резцом точат, стружка идет. Снимают с тебя по-живому, что называется, да? Но зато потом Бог вставляет тебя в это отверстие, как деталь. И ты понимаешь, ну хорошо, что сняли лишнее, а так бы не влезло ничего никуда. Поэтому плод верующего человека – это отделенность от этого мира. Святость – это не состояние там, неприкасаемости или там, какой-то особая каста людей, знаете, святые там. Святость – это наша отделенность от мира. И все в итоге приходит к мировоззрению человека. То есть, как он видит этот мир, как он его воспринимает. И естественно, есть плоды того, как он этот мир воспринимает. Насколько он себя пропускает через заповеди, этот человек. Нас, если пропустить, да, вот берут же, так обрабатывают металл очень часто, через катки пропускают, и он уже другой формы на той стороне. Вот Бог хочет, чтобы мы себя пропустили через заповеди. Именно заповеди срезают с нас все лишнее. Мы должны согласиться с этим, мы должны Богу позволить это сделать. Сегодня я буду читать 5 главу 7 стиха и надеюсь дойти до 21. Напоминаю, мы говорили о том, что человек должен измениться, новое состояние у человека должно быть. Надо стать новыми людьми. Мы в последний раз говорили о том, чтобы человек подражал Богу. Мы подробно говорили, в чем это подражание заключается. Не в копировании, а в том, чтобы изменилось внутреннее содержание человека. И он по-настоящему стал похож на Творца. И поэтому последнее, чем мы закончили, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Это был 6 стих, который я комментировал. И дальше все сопоставляется и сравнивается именно вот с этим пустым или мертвым, греховным, бесплодным состоянием, в котором мы все когда-то были. Даже те, кто родились в верующих семьях. Наступает момент, когда у человека происходит встреча с Творцом. Итак, не будьте сообщниками их, 7 стих. Сообщниками кого? Тех, кто обольщает пустыми словами других людей. На них приходит гнев, и это сыны противления. Не будьте сообщниками с сынами противления.
Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Некоторые люди не считают, что они раньше были детьми темноты, тьмы. Людям кажется или казалось, что они образованные, просвещенные, ну кто чем, кто науками, кто откровениями, по-разному бывает, кто спортивными достижениями. Писание говорит, мы были некогда тьма. Мы все знаем, кто сидит в темноте, правда? Там сидит сатан. И мы были под его властью. А теперь свет в Господе. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Сатан прячется в темноте, потому что хочет, чтобы его дела не были явными, чтобы незаметно действовать внутри человека. И, честно говоря, когда-то очень давно, но полностью я передавал эту тему «Духовная война» в нашей общине. Может быть, стоит это сделать еще раз. Не знаю, когда, но может быть. Так вот, территория тьмы – это не физическая темнота. Территория тьмы – это когда человек не знает, что делать, как правильно жить. И он живет, как все, например, или как вокруг, которых он видит. И он для себя не замечает, что он во тьме сидит. Тьма – это внутреннее состояние, отсутствие Бога. Потому что в физике не существует определения, что такое тьма или темнота. Вот интересно, правда? А связаны эти вещи между собой? Определение света есть. Я не знаю, как сегодня, я же давно в школе, как бы ходил в школу давно. Сейчас, может быть, есть другие уже новые какие-то определения. Но в то время, по физике, свет – это было направленное движение квантовых частиц, которые имеют плотность и скорость определенную. То есть есть какие-то параметры, по которым можно замерить и определить. А вот тьма – это просто отсутствие данного явления. Нет определения тьмы как такового. Есть просто маленькое количество света. Вдумайтесь в это. Это значит, любой человек может покаяться. В любом человеке есть этот свет божественный, но он настолько маленький, что мы называем это тьма. Плотности нет, концентрации света нет. Поэтому мы все были чадами тьмы, и мы все были в этой темноте. Но есть выход, это хорошая новость, это фактически Евангелие. Можно выйти из этого мертвого и темного состояния. Теперь вы свет в Господе. То есть смотрите, что получается. Мы были там тьма, теперь тут мы стали светом. Получается, там мы отражали сатана своей жизнью, своими поступками и так далее. Покаявшись и изменившись, мы стали отражать теперь свет Господа. Человек является полем сражения тьмы и света. Сатана с Богом. Но сатан всегда проигрывает, если человек позволяет этому свету божественному присутствовать в нем. И то, насколько мы позволяем Богу быть внутри себя – настолько он светит, настолько он и работает. И настолько он, человек, отражает этот свет. Дальше написано, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Смотрите, как написано. Испытывайте. А как испытать? А где у меня приспособление для этого? Они внутри тебя, душа. Испытывайте, что благоугодно Богу. А что благоугодно Богу? Ну, проще некуда. Открываешь Пятикнижие Моисея,
Тору, закон, там написано, что ему благоугодно. И написано, что неблагоугодно. Люди почему-то не понимают. Как доехать из одного места в другое, люди понимают. Надо поспрашивать или карту посмотреть. Да? В метро сел, схема у тебя. Где пересадка, на какой станции перейти, куда. Ну, то есть надо, разобрался. А тут непонятно ничего. Поэтому плод, о котором мы сегодня будем говорить, духа, это святость внутри человека. Я хочу открыть послание к римлянам, 6 глава. И здесь такой же точно текст. Мы читаем, вы были чадами тьмы, а теперь стали чадами света. Да? 19 стих и дальше. Основной 22 будет. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предоставьте члены ваши в рабы праведности дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Смотрите, какая позиция. Никто не хочет признавать. Я раб греха. Ну а как? Ну если ты делаешь неправильные вещи и живешь не по заповедям, то ты в рабстве, и тогда ты свободен от праведности. И вот люди мира считают себя свободными людьми, а верующих считают затурканными, ограниченными, непросвещенными, и им ничего нельзя. И еще они знают, что нам можно, а что нам нельзя. Сталкивались с этим? А я спрашиваю, откуда ты это знаешь? Ну, он не может объяснить, но он знает, что мне можно, а что нельзя. Интересная вещь. Так вот, они говорят, что они свободны, а мы нет, потому что нами управляет кто-то там или что-то. А Библия ясно говорит, они, да, свободны от праведности, свободны от жизни. Они в состоянии смерти проживают свой век и находятся в этом. И поэтому являются рабами вот этого состояния. И, конечно, свободны от праведности. Но как только мы становимся рабами Богу, мы становимся свободными от греха и от смерти. А что выберешь ты? Потому что именно тебе, человеку, дано право выбирать, в каком состоянии быть, жить и умереть. Что самое главное концовочка. Сегодня не о печальном. Хотя для верующего, Павел говорит, смерть приобретения. Да, смотрите, как стереотипы работают. Ибо когда вы были рабами греха, были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какой плод? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Потому что конец их – смерть. И все это знают. Но ныне, то есть сегодня, когда вы освободились от греха, вот где истинная свобода, освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Аллилуйя! Послушайте, в этом мире нету свободных людей вообще ни одного. Либо рабы Бога, либо рабы сатана. Понимают они это или нет, неважно. Знают они об этом или нет. Незнание не освобождает от ответственности закона. Все это в курсе. Незнание закона не освобождает от ответственности. Переехал человек, не дай бог, бабушку на пешеходе. А он говорит, а я не знал, что нельзя. Ну хорошо, не знал, теперь будешь знать. Судят и все такое. Правильно или нет? Пришел в магазин, ходил, взял вещи и ушел с ними. Поймали. Ты зачем воруешь? Так я не ворую, просто понравилось. А что нельзя? Я не знал, что нельзя брать. Ой, ошибся, верните. Так не бывает. Поймали вора, отвечает он. Правда?
Это просто пример. Поэтому ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу. Если не освободились от греха, остаемся рабами греха и тьмы. Поэтому для того, чтобы действительно быть свободным, надо служить Творцу и надо быть рабом Бога Всевышнего. И Сын Его, Иешуа Машиах, для этого пришел на эту землю, чтобы показать, как это делается. Дал пример, а потом сказал: следуй за мной. Мы же всему учимся в этой жизни именно так. Кто-то что-то показал, мы попробовали, потом вырабатываем навык и уже умеем и даже можем научить другого. Поэтому когда-то кто-то в первый раз в руки иголку с ниткой берет, кто-то сверло и так далее. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. В Иешуа Машиахе Господе нашем. 22 стих. Плод ваш есть святость теперь. Для того, чтобы вырасти плод, надо пахать землю, надо сеять, убирать камни оттуда, выкорчевывать растения, все вот эти сорняки, потом поливать или молиться, чтобы дождь пошел. А потом надо вовремя снять еще урожай. А потом положить его так, чтобы мыши не съели, ну вот, чтобы не пропал. Смотрите, сколько труда, чтобы был плод. И потом, что этот плод? В муку смололи, и уже там и пирожные, и хлеб простой тебе, и вообще вот полный диапазон. Так вот, Бог говорит, плод ваш, вот это зерно жизни вечной, его, над ним надо поработать. Оно само по себе не вырастет, не появится. И здесь человеку нужно применить свою свободную волю. Если кто-то другой вместо него будет диктовать, что делать, ничего не получится. Потому что каждый выбирает сам, каждый принимает решение сам. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Это самое сложное. Обличение никто не любит. Стараемся избегать этой темы, ну, чтобы не испортить отношения. Да? А тут написано «обличайте». Получается, если тот, кто должен обличить, не сделает этого, тоже ведь нехорошо. Тоже грех. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. И там написано было, стыдились, стыдно. И тут написано, то есть параллельный текст, стыдно говорить. И все же знают, почему стыдно, правда? Вот эти дела все, они же плохие. Почему их делают тайно? Сегодня, кстати, все это вывели в открытый формат. Вот. Грех сегодня, я думаю, такого времени не было. По местам он был, ну, как Содом и Гоморра. А сегодня вся планета – Содом и Гоморра. И никто не стыдится, выставляют это на показ. Нас, верующих, считают вообще какими-то неандертальцами, знаете. И еще говорят, что мы агрессивные. Не мы, не они, а мы. У людей просто они с ума сходят. Они говорят, так это вы сумасшедшие. А мы хотим это делать, и мы это делаем. А что здесь такого? Выставляют на показ то, о чем стыдно говорить. И хотят, чтобы мы с этим согласились. Так вот, каждый верующий, который соглашается, я сегодня слышал, сегодня, уже давно, и пастыря, и некоторые там эти, там, я даже не могу это назвать разглагольствованием. Про вот этот весь блуд, и это содомия, начинает, вот это надо понять, надо там понять, что-то там не понять. Что понять? Ясно же написано, черным по белому. Правда? Дела смерти.
вот там надо войти в положение. Ну, вот в Библии хорошо входили в положение, правда? Камнями побили, поймали, камнями побили, чтобы не было заразы этой просто внутри. А сегодня они нормальные, а мы нет. Это ж мало еще вот этого всего. Что детей наших хотят воспитывать и внушать им вот эти свои греховные наклонности. Потому что сами же не размножаться не могут. Это ж понятно. И ребенку это понятно, что не могут. Значит, чужих надо забирать. Для этого придумывать надо законы для себя, чтобы свежее мясо поставлялось. Писание говорит, обличайте. Да, будет время, когда за это голову отрубят. Ну, что делать? А если не отрубят, тогда ты станешь на ту сторону. Еще хуже будет. Вы представляете, животное готово идти на эти жертвы. Животное. А человек боится. Когда-то, это сколько было лет назад? Я сейчас скажу. В 2010 году примерно. Ну, вот почти 14 лет назад. Домой крыса стала ходить к нам. На последнем этаже мы жили на четвертом. По коммуникациям залазила через окно, через дырку. Вот такая здоровая, без хвоста вот такая крыса. Я ее не мог поймать месяц или два. Настолько матерая была. Ира заметила, она там за холодильником себе уже там понасобирала еды и туда. И не каждый день приходила, представляете? Что я только не делал. Вот что я только не делал. Ничего, яд даже не подходит. Я брал яд, проволокой его, там дырка есть, прикручивал, обмазывал полностью его таким сыром, пахнущим сильно. Я его из Германии привез, не пожалел. Сыр слезало, яд не тронуло. Но я ее поймал. Я сделал из железного листа плату такую, пошел в магазин, купил, есть клей для мышей, такой, обрезал ножом вот эти платы, 8 штук наклеил, сначала бумагу, на бумагу вот это вот все, я потратил время. Поставил, и все равно она туда не шла. Потом один день ночью проснулись, и Ира говорит, она сейчас там дома, я ее слышала. Я на кухню вышел, зажег свет, не тронула. Я не помню, там колбасы кусок я положил. Я колбасу забрал, открыл холодильник, отрезал сыра такой кусок. Положил в середину, тушу свет, из кухни захожу в комнату и слышу, как она уже пищит. Она мгновенно попалась туда. Я говорю, ну сколько я дал выдержки? 20 секунд, не больше. Я выхожу в кухню, она уже перегрызла себе лапу. Лапа отдельно, культя опять влипла туда, кровища вот это. Крыса отгрызает себе конечность, это не рассказы, это то, что я сам видел своими глазами, я знаю это, чтобы спастись. А человек боится. Даже животное понимает, что жизнь дороже, чем конечность. Просто вдумайтесь. Иешуа что говорит? Лучше тебе. Все знают это место. Без руки, без ноги, без глаза. Войти в Царство Божие. Правда? Это лучше для нас, чем не войти туда, а с двумя руками и ногами попасть в ад. Так вот, все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающиеся явным свет есть. Поэтому они прячутся в темноту, чтобы не обнаружилось. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Машех. Вот это состояние пробуждения через покаяние
«Встань, спящий, воскресни из мертвых». Это обращение к людям, которые, живя на этой земле, проживают свою жизнь в состоянии покойника. Кому интересно, послушайте и посмотрите Ефесянам. Вторая глава, там есть это в комментариях. Мертвые по преступлениям. И не только в послании к Ефесянам, и в других посланиях это говорится. И вот люди проживают свою жизнь, но Слово Божье, как в псалмах написано, да, «И вывел их из могил их, и обратился к ним со Словом». Божье Слово оживляет мертвецов. Так я хочу сказать, если Божье Слово способно сухие кости оживить, обрастить их плотью и жилами и вдохнуть туда свой дух и жизнь, оно также точно способно вывести человека из мертвого состояния, пока он живет на земле. Надо просто покаяться. А люди говорят, я ничего такого не делаю. Еще как делают. «Встань, спящий, воскресни». Это, кстати, из Исаии цитата, обращенная к Иерусалиму, который был наказан Богом. И Бог говорит, «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Это обращение к Иерусалиму. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Видите, как Библия говорит, это Новый Завет. Смотрите, поступайте осторожно. А что сегодня? Ничего не надо верующему, просто надо говорить, что ты верующий, и ты будешь спасен. Это что за обольщение такое? Что за обман такой? Люди проповедуют ложь. Тут написано, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Человек не знает, когда он умрет. Помните притчу о богатом? Радуется. Такой урожай собрал. Я себе житницы старые поломаю, новые построю. Душа, на много лет у тебя есть. А Господь говорит, тембель ты, тембель. Ну, неразумный. Сегодня ночью у тебя душу твою заберут. А ты сидишь, радуешься, что у тебя на много лет вперед еда есть. У тебя сегодня душу заберут. Это же не просто так он рассказывает нам. То есть мы должны понимать, дни лукавы. Человек должен быть готов все время предстать пред Богом. Всем желаю дожить до 120 лет, как Моисей, чтобы зрение не притупилось, силы вас не оставили, чтобы у всех у вас было все. Вот всегда это кто-то скажет. А что нам должно за это быть, если мы честно приобретаем что-то в этом мире? Нам, мы же не воруем, правильно? Чего нам бояться? Я просто всем желаю, чтобы было у вас все необходимое для жизни, кому сколько нужно. Что в этом плохого? Кому дом, дом, кому квартира, квартира, кому что? Некоторым даже натянутых шнуров достаточно на рыбалке. Тоже радуются люди. Каждому свое. Кто в теме понимает. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Дорожа времени. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Куда отправляет вас эта фраза? Но познавайте, что есть воля Божья. Вот что вам первое приходит? Ну, какое место Писания? Аминь, аллилуйя. Какой стих? Правильно, 12.2. Римлянам, 12 глава, 2 стих. Да. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Познавать, что есть воля Божья. Так а как ее познать? В послании к Римлянам написано, не сообразуйтесь с веком сим. Об этом и говорит весь отрывок, правда?
Не сообразуйтесь. А с чем тогда? Преобразованием ума своего. Надо изменить мировоззрение. И все у тебя наладится. И все будет хорошо, даже когда все плохо. Будет хорошо. Потому что те, у кого все есть, и им за это ничего нет, как сказал Михаил, им почему-то плохо. А у кого-то тарелка хумуса с питой, и ему хорошо. Радуется он. Хумус горячий. А? С луком. Репчатым. Кто с чем? Ну, маслины и острый перец еще я люблю. Вот Миша огурцы, а я не люблю соленые огурцы. Такое дело вкуса. Теперь смотрите. Что значит сообразовываться с этим веком? Это значит пользоваться его мудростью, его советами, его подсказками. Как прожить в этом мире, чтобы тебе было хорошо. Но те, кто подсказывают, они делают, чтобы им было хорошо, а не тебе. За твой счет. Поэтому не надо верить этим подсказчикам. А когда мы живем умом Машиаха, мы сообразовываемся тогда не с этим миром, князем которого является Сатан, мы сообразовываемся с заповедями, с законом, руководствуясь Духом Божьим, который нам помогает понять, что там в заповеди есть. И плюс еще, конечно, обучение определенное. Не будьте нерассудительны. Получается, вот эти все люди, они неразумные, они нерассудительные. Посланием к римлянам они просто гордецы надменные, которые рассудок потеряли, просто с ума сошли и считают это большим достижением. А нам сказано, познавайте, что есть воля Божья. Так вот, воля Божья для человека – вечная жизнь. Вот что Бог хочет в итоге. А для этого нам надо плодоносить. Плодом должна быть святость, тогда конец – вечная жизнь. Римлянам 6:22. По-другому туда не попадаешь ты. Плод – святость. Ты приходишь к Богу, Он говорит, ну что, где у тебя плоды? А у меня там 25 ученых степеней, подожди. Так еще если там это все проверить, это же псевдо будет, понимаете? Там же куча неправильного есть. Плод у тебя какой? Где твоя отделенность от этого мира? Святость, надо плоды. В корзине надо прийти не с пустыми руками. Так и написано, не иди в Дом Божий, да? С пустыми руками. Нас учит все время Писание этим вещам. И тогда конец твой – вечная жизнь. А тут говорят, заповеди не надо, закон не надо, праздники не надо, вообще ничего не надо. А что надо? Просто вот скажи, что ты веришь в Иисуса, и все. И я думаю, Боже мой, какой кошмар. И люди это идут. Почему? Ну, это легко. Напрягаться-то не надо. А еще Библию читать не надо. Толстая сильно книжка. И это ж, ну, как бы, когда это было? Сейчас-то технология. И что? Какая Библия? Так говорят. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Когда всегда мы читаем, не упивайтесь, ну понятно, упиваться это значит сильно много пить. И когда человек так делает, он становится алкоголиком. Да? Мешает жить, проблема, здоровье теряет. И так далее. От Луки, 21 глава, хочу, кстати, сказать, я просто почему, чтобы понятно было, что это означает не упиваться. Что многие считают, что если человек немного пьет вина, уже это нельзя. Но это не упивание. Я уже не говорю про то, чтобы обратиться к Ветхому Завету, к закону. Священникам нельзя было пить крепкие напитки и вино, когда они идут служить в храм. В другое время можно было.
А в праздники даже рекомендовано. Не в баптистском собрании будет сказано. От Луки 21 глава – это текст параллельный Матфея 24 глава. Это перед пришествием Машеха. Последнее время, последние дни. Мы, кстати, живем. Поэтому 34 стих конкретно показывает, где проблема. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими». Объедение и пьянство – это одинаковое разрушение тела. Но практически никто не проповедует. То есть я не слышал об этом, об обжорстве, об переедании людей. Понятно, мы все там пару килограмм носим на боках. Это на великую скорбь. Небольшой запас, но небольшой. Здоровому человеку 30% жира надо, чтобы было. Иначе он умрет. Ну, не умрет, но болеть будет точно. До 30. 25 вот лучше. Вот так. Это немало. Если 100 килограмм весит человек, то 30-25 килограмм жира чистого. И это здоровый человек будет. Но я о чем хочу сказать. Обжорство и объедание, оно всегда идет вместе с пьянством. Потому что вот эти все пиршества, там, да, вот эти все, которые римляне делали, и другие народы, и евреи этим грешили, ведет к ожирению. И человек умирает потом от ожирения. Так я много раз это говорил. Те, кто переедают, вот эти все Макдональдсы, вся вот эта фастфуд, весь этот все, они прямо рыхлые, как вата, такие все, и такие очень тучные люди. Очень многие не доживают до 25 лет, 21 даже года. С детства, если начинают, до 21 года не доживают. Вот умирают. Алкоголики живут дольше. Я серьезно? Нет, просто люди не обращают внимания на обжорство. Я не говорю, что алкоголизм – это хорошо. Поймите. Это беда. Это зло. Но почему люди упускают вторую половину этой проблемы? Ведь от нее умирает много людей. Поэтому как обжорство, так и пьянство – это зло, это плохо. Поэтому не упивайтесь. Мы не упиваемся, и мы не будем упиваться вином. Но для здоровья немного полезно. Почему нельзя это сказать? Почему надо об этом типа делать вид, что этого нет? Вся Библия говорит об этом. И предупреждает, что есть проблема. Так Библия одинаково предупреждает и об ожирении, и об переедании тоже. И даже в Танахе написано, если нашел мед, помните? Кушай, но в меру, чтобы не изблевать. Потому что отторжение идет. Есть продукты, которые просто нельзя в большом количестве. Не обязательно это вино. Библия про мед предупреждает тоже. От которого, от вина, бывает распутство. И это понятно. Человек выпивает, как бы блоки снимаются, где-то там компании и все такое. Поэтому не ходить в компании, не пить. Это нормально. Но если человек дома со своей женой или с семьей в шаббат выпьет бокал вина, на здоровье пусть будет ему. Благословит Бога и поест. Я вот честно, я всегда думаю, что будет с этими, как это сказать, деноминациями, когда будет пир у Агнца? Тут два варианта. Либо их туда не, ну им нельзя же туда, там же вино будет. Либо они напьются, там могут же, знаете, не рассчитать от радости. Там же уже можно, а тут было нельзя. И я вот в замешательстве, я не знаю, как там что.
Поэтому хорошо, мессианские уже сейчас тренируются, готовятся, чтобы... Вы понимаете, когда... В чем проблема? Когда человек вот за столом сидит, кушает и в меру употребляет вино, и понимает, и видит, что тут за столом вот сейчас сидит с ним Бог, Господь с ним за столом, он никогда в жизни не позволит себе что-то неправильное, лишнее и так далее. А когда это мирское, когда это вот, тогда, конечно. И там верующему человеку делать нечего. Есть большая разница. Но даже у нас на Песах виноградный сок. Да. Чтоб случайно кто-то не испортил нам праздник. Мало ли. Мы же неверующих приглашаем, правильно? И... Да. Хорошо. Заканчиваем текст. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То, что мы делаем. Смотрите, сегодня люди считают, что в этом нет назидания, в этом нет питания духовного. Псалмы, словословия, песни, духовные. В этом есть сила. «Благодаря всегда за вас Бога во имя Господа нашего Иешуа Машеха, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Следующий уже бет-мидраш, мы перейдем к очень интересным темам: отношения в семье, муж и жена, кому что делать и так далее, будем говорить. То есть мы фактически сегодня закончили тему, которую разбирали 4 недели подряд, связанную с состоянием нового человека, изменением себя, быть похожим на Бога. И в итоге, для чего мы это хотим, для чего мы это делаем? Чтобы был плод. Плод – это отделенность от этого мира. Напоминаю, святость – это на иврите слово «кадош». «Кадош» – это отделенный для определенной какой-то цели. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы все мы были святы и чтобы нашим концом была вечная жизнь. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за милость Твою, за Слово Твое, которое питает наш дух и наши кости. Благослови, чтобы в день тяжелый, в день испытания мы оказались верными Тебе, чтобы мы не цеплялись за эту жизнь на земле, а чтобы видели перед собой открытые ворота в Царствие Твое, Господь. Благослови и укрепи каждого. Мы все слабые, немощные люди, уповаем на Тебя, а не на свою силу, не на свою твердость духа. Уповаем только на Тебя, потому что обстоятельства могут быть разные и тяжелые, особенно перед Твоим пришествием, потому что написано, что более тяжелого времени не было на земле. И мы просим Тебя сверхъестественным образом и Духом Святым укрепи нас, укрепи наш дух и помоги нам устоять в день злой. Благослови во имя Иешуа Мессии. Аминь.